сегодня на завтрак я решила себе приготовить овощи. И потом уже ближе к концу добавлю фунчозу. Сижу, кушаю. Фунчоза с овощами вы уже видели. И, кстати, очень даже вкусненько. У меня спросили, пью ли я какие-нибудь витамины. И вот что я пью. Вот это. Витаминный комплекс Б и аргинин. Все. Только это пью. Как ты себя чувствуешь, кстати, Илья? Плохо. Я не имею в виду душевное состояние, я имею в виду физическое. Душевное у меня хорошо, а вот физическое у меня же гипертония, ребят. Да, 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 ты сейчас расскажешь. Сейчас, ладно, все, давай. 19-го ждите. Иди давай. Буду вас всех крестить. У нас тут что-то разбирают. Андрей вчера хотел вот эту железку забрать. А кто-то с квартиры выбежал, такой говорит, нет, нет, это нам все нужно, не трогайте. А я Андрею сразу сказала, я говорю, это нужно людям. А с чего ты решила, это выкинули? Я говорю, нет, они не выкинули. Вот, что я приготовила. Надо кошечек покормить, правильно? Ну, хотя бы одну. Нежный кролик. Кролик в соусе. Надо кошечку покормить какую-нибудь. Получила смс-уведомление о том, что моя краска пришла для волос. Так что пойду заберу. Знаете, какая? Матрикс 9АВ. Может быть, даже сегодня... Не, ну сегодня, наверное, нет. А может и да. Покрашусь, не знаю. Будет желание покрашусь, не будет, не буду краситься. Одела сегодня желтенькое платьице. Помните, я его один раз только весной одевала, и все. Решила одеть. А чё? Пока еще совсем холодно не стало. На улице 20 градусов. Я уже пришла домой. Думаю, сейчас включу свет. Да, вот видите, я в этом платье сейчас я пониже сделаю. Просто я в нем очень редко. А, я последний раз, знаете, когда его одевала? Я последний раз его одевала, когда мы были в Египте, в рыбный ресторан. Да, я помню. Еще даже где-то фотка была. Может быть, если найду, вставлю. Так. Распаковка, Пятерочка и Валберес. Валберес, вы знаете, уже я говорила, что... А, не везде говорила, ладно. Так, черный хлеб свежий, потому что тут уже что-то испорченное. Хотела я купить цветную капусту, а в Пятерочке такая страшная, убогая капуста была, вся прям именно потухшая, и стоит 160 рублей килограмм. Огромные кочаны, там вышло бы, я не знаю, рублей на 400. И то, ну что, потухшую брать, там половину надо вырезать. Не стала брать, еще и подзавядшая, поэтому взяла вареную свеклу. Сегодня как раз салатик со свеклой, может быть, сделаю. Докторские рублевские сосиски по акции 160 рублей. Кстати, срок годности у них нормальный, я не знаю, почему акция. Две свеколки сырые еще взяла. Вот тут мне захочется в сыром виде. Андрей, у нас сегодня свекольный день. Андрея винегрет взяла. Винегрет 84 рубля был. Как раз он сейчас позвонил и говорит, Майя, я еду домой, я хочу есть. Вот он сейчас будет что-то ему приготовить. Я еще даже не думала, что. Но я знаю, у нас есть спагетти осталось. А где они? А, вон в кастрюле я уже достала. Не знаю, может куриную грудку сделать ему. Хотя он не любитель куриной грудки. Это у меня дети любят куриную грудку. Илья и Серега, они ее обожают. 240 рублей. Вишня. Вишня. У меня еще 4 творожка. Я думаю, может быть, я сегодня творог, да, с вишней буду есть. У меня еще есть клубника. Манго я съела. Клубника еще осталась. Последние, я не знаю, они то ли их по одной штуке достают. Я уже перелопатила все. Последние вот эти овощи были 130 рублей, 8, смесь 8 овощей. Я не знаю, то ли они их выкладывают как-то понемножку, потому что что в прошлый раз я пришла, была одна упаковка, что в этот раз я пришла, тоже одна упаковка. Я все пересмотрела, нету больше. Морковка. Обычная морковка 33 рубля. Там была и мытая. Ну, я подумала, что? Пофиг. Мытая 66 рублей, обычная вот 35.
Сметана 15%. Вот эту сметану, которую я взяла, 10%, вот на днях-то вот эту, блин, она такая ужасная вообще, я не знаю. Мало того, что она невкусная, и у нее сама консистенция, ну, наверное, камера-то этого не передаст, как будто как маленькими-маленькими катушками, что, ну, короче, она мне вообще не понравилась, вот эта вот. Искренне ваш. Не знаю, чей он там наш, но вообще не понравилось. Ну, вот так в овощи добавить или что-то такое, если, знаете, куда-нибудь пойдет еще нормально. Поэтому взяла 15%, 10% нет. Так, что тут еще? Шоколадка. Милка. По акции 70 рублей. Сливок взяла немножечко. Прям совсем, видите, чуть-чуть. 84 рубля, по-моему, они. Вафельки взяла 100 рублей по акции. Один чесночок взяла. Прям одну головку чеснока. И водичку одну клубничную. Все. Пятерочка, все. Ну и зашла на Валберес, взяла, забрала свою краску. Да, у меня есть краска 8 АВ. Но я подумала, что, в принципе, я же уже обесцветилась в прошлый раз. И у меня вот сейчас тон был вот этот эстелевский 9,76. Да. И поэтому я подумала, в принципе, попробую сейчас, не сейчас, сейчас я буду есть готовить, потом попробую... Матриксом 9 АВ я взяла. Вот. Взяла 9 АВ. Единственное, что я хочу корни на затылке обесцветить. Поэтому это будет долго. Покраска. Вот покраска очень много времени занимает. Чуть ли не полдня. Очень хорошо упаковывает, конечно. Фиг откроешь. Вот. 9 АВ. Видно? 9 АВ. Ну, конечно, такая потрепанная. Видать. Хоть и хорошо упакованы, все равно шпиняли, видать, от души. И еще я кое-что заказала. Я ж такая не очень люблю, там, знаете, душиться, вот это все. Я заказала крем, который парфюмированный. А отзывы очень о нем хорошие были, поэтому и попробовать взяла. Упакован вот так. Вот еще коробочка, причем коробочка такая хорошая, очень плотная. Угу. И вот он сам крем. Сейчас покажу. Тут еще карточка его. Красиво быть счастливыми людьми. Хорошо. Вот такой кремик. Крем для сухой кожи тела. Вишня, миндаль, сандал. Так, вообще, тут написано... Сейчас, на Валбересе. Написано, что этот аромат... Я так понимаю, он очень достаточно популярный. Сейчас, я просто в этих ароматах же не сильно... Lost Cherry называется. Не знаю, будет видно, нет? А, ну тут лучше вот так показать. Да, вот так. Вот такое. Видно? Lost Cherry. И пишут, что, видите, аромат, стойкость 24 часа. Ну, конечно, многие пишут, что 24 часа нет, но 5-6 часов очень даже держится. Хочу попробовать. Им можно как и для рук, так и для тела. Маленький такой, маленький флакончик. Сколько здесь? Грамм 100. 150 миллилитров. 150 миллилитров. Аромат так не поймешь. Он еще и закрыт. Это надо открывать. Какая-то штучка тут. Боже мой. Аромат реально офигенский. Да, прям вишенкой пахнет. Во-первых, у меня руки сохнут. А во-вторых, для тела, думаю, классно. Тем более он парфюмированный. Не знаю. Взяла попробовать, потому что почитала отзывы. Ох, запах реально просто обалденный. Очень вкусный. Главное не съесть его, да? Ой, он очень быстро впитывается. Знаете, когда я положила вот... На палец, да? Я подумала, что я его сейчас буду долго-долго втирать. Ну нет, он очень... Выглядит как будто как жирный, да? Но на самом деле он очень быстро впитывается. Он так впитался, что я даже не заметила. Обалдеть. Очень клевый. И аромат реально
Класс, класс. Ну, конечно, он не дешевый, но посмотрим. Хотя бы один разочек можно попробовать. Там еще были разные всякие крема. Я почему-то выбрала именно этот. Почему? Потому что, почитавши отзывы, про именно вот этот было больше всего именно положительных. Именно положительных. Что по аромату, что он более долговечный, что по консистенции, что по увлажнению. Ну все. Я теперь, наверное, от своих рук не отстану. Хорошо. Все. Вот и вся распаковочка. Не забывайте подписываться на телеграм-канал, на Дзен, YouTube, Одноклассники, ВК. Кто любит фильмы, у меня есть группа. Может, что-нибудь посмотрим, называется. Там у меня большая фильмотека. И сериалы, и кино. Ну, конечно, в основном фильмы. Новости про звезды и так далее. Так что подписывайтесь, всем буду рада. Так, все. Одела я платье для покраски, да? Вы же знаете, что у меня вот это платье специально, я в нем всегда крашу волосы. Сейчас хочу обесцветить затылок. Только затылок. Вот это я трогать вообще не буду. А обесцвечу затылок, потому что иначе он будет желтый. И потом уже нанесу тон 9АВ. Время 7 часов. 18:54. Что-то у меня грязный экран, что ли. Я ем, знаете что? Здесь яйца и куриная грудка. Но оно такого вида, потому что мне же жарить нельзя. Я как бы тушила. Но вкусно. Так. Ну, свет, конечно, у нас оставляет желать лучшего. Но мне кажется, Матрикс 9АВ. Сейчас пойду уже смываться. У Сергея тут... Как обычно, на фоне сушка белья, ничего нового. Ну и вот какой цвет. Уже темно, уже не видно время, на самом деле. Уже 11 часов вечера. У меня вот новая ночнушка, ночная сорочка. Ладно, ну, цвет, как ты думаешь, цвет как получился? Нормальный цвет? Рыжий. Рыжий, ладно. Я просто хотела что сказать. Боже, теперь вот этот крем, это мой любимый крем, это вообще... Он такой вкусняшный, очень нравится. Ой, крем вообще просто обалденный, просто классный. Он реально увлажняет, кожа такая нежная становится. Но так как я любитель пробовать разные крема, я сейчас попробовала уже этот, черри, вишня, то бишь. И в следующий раз обязательно какой-нибудь другой аромат куплю. И какой-нибудь другой фирмы. Ну, классно.